Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Четвертый выпуск, сегодня у нас Даллас против Golden State. Мне очень нравится Golden State. Как хоккейные клубы. Да, мне очень Даллас, вот серьезно, Даллас, я бы прям показал. Вот. Мне очень нравится именно вот эта команда в NBA, хоть я не сильно слежу, но единственная команда баскетбольная, которую я подписал, это именно Golden State Warriors. Все. Максим выбрал Даллас. Просто из 96-го рейтинга игрока. NBA 20-я, полная версия. Мы готовы. Прощелкиваем. Зато у меня есть, вот он, легенда Стефан Карри. И вот он. Карри. Бритиш. Когда я буду наносить удар? Вот смотри, это Стефана Карри сейчас. Оп. Че вы начали-то? Не-не-не. Ура! 2-1. Ну давай, тут так же вот. Дубн. Я вообще это читаю, он Дубнашон. Что такое Дубнашон? Дубнейшн или Нейшн? Дубны. Что это 2 из 2? А что еще? Ты сколько раз ты уже закинул? Я не понял. А у тебя счет почему? А почему 3-то? Почему 3 броска, я вообще не понял. Потому что. Трёшка? Трёшка. Да. Да, такой. Да пошёл ты. Это трёшка. Это трёшка. Всё, пошёл. А это уже фол. Добивай там, если что. Я просто с Карри фигею. Я тебе, блин, тройные закинул. Ну перехватите вы. Да, это фигня. Вот это... Наклбол. И хоть. Я пул хочу. Хорош. Ребята, ну вы чё? Чё вы, блин, как... Ты посмотри. Максик. Ты не видел, что я сейчас сделал? Я видел, усач. Оп. Ой, Карри. Ты же они стоят такие и смотрят, типа, попадет или не попадет. Ура! 8 очков. Ой, ну все, разозлился, сейчас такой начнет. Да вы ребята, ну вы че? Он опять просто. Вот это давай посмотри. Хуть! Да блин, почему руки-то не показывают? Он 10 забил. Очков опять. О, время, тут сейчас третий закончится. Ну это не с центра. Сейчас из-за своей. Ты видел? Он прям залетел. И? Опа! Оп! Нет. Надо так. Так надо. На. Ты отбирай. Так? Блин. Да бьем его, бьем, ребята. Вот как вот нормальные пацаны, типа, такие, опа. И опа. Вот... Стефан Карри. Они с такой же, точно так же отдачей бьют из трехочковой именно зоны. Почему ты с центра, типа, я сбоку кидаю? Подсёрыш такой. Нет вопроса, куда он отошёл? Вот этот вот, куда? Так ты ему играл. Да? Наверное. А там добивай, если что. Да и не надо, мы трёхочковый. В 11 ведём, всё, теперь можно и побаловаться. По жопе такой дал. Нет, не балуемся ещё. Ещё надо разочек. Ещё надо двоечку. Да ё-моё. Хорош. И с уголка. Да тут закинь! Да блин! Да закинь! А там прыгнул! А почему все остановились? А это засчитали мне или нет? Нет, не засчитали. Ой, 32-й. А вот мой Стефан. Да ты только ему забиваешь. Трешечки, так у него 9. Это как Месси. Ребят. В смысле? Ты как его? Я мяч понизил. Оплавал. 9 очков. Для Стефана Карри шанс.
Вот только держал твоих чуваков. А че не меня? Нет. Он снова башкой. Ты че как этот? Я не могу. Ты тут два раза ему в харю кинул. Какие-то эти. Кори! Ой, ну как я, блин, несколько раз так кинул, я что-то так... Идеально! Эй! Что, ты видел немного? Подбагано сейчас немного было. 4 победы в 4 разных играх. Все. Быстро, конечно, прошло время, если вы это смотрели в один день, но у нас это в один день и снялось. 4 нет. Подряд, да. Нет, не в один. Да. Нет. Ну, надо было футболки тогда менять. Эндри Винкс, Андрей. А что ты не принял? А, вот. Что ты не притащил футбол? С вами был Андрей. И Максим. И NBA 20. Там как-то 20. Вот смотри на Карри. FIFA. Нет. NBA 20. FIFA. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Пока.